Я слышала, это кино очень страшное. Что у нас под маской? Ага! Меня не обманешь, дорогуша? Что здесь написано? Как можно смотреть кино без сладостей? Должен же быть способ. Так, надо подумать. Ура! Идея! Ответ прямо перед нами. Смотри. Расправляем маску и покрываем ее горячим клеем. Вот такими зигзагами. Теперь кладем сверху кусок ткани. Берем съедобный клей и наносим капельки на лоскуток. А затем приклеиваем сверху любимые конфеты. Готово! А ну-ка надень! Да чего же вкусная маска? Это точно сработает! Сладости никто не заметит! Пора идти в зал! Быстро вы вернулись! Опустите ваши маски! Тут ничего нет, видите? И в руках тоже. Это мы еще посмотрим. Действительно, ничего нет. Ладно, можете проходить. Почему мне кажется, что я что-то упустила? У них тут крутая охрана. Не бойся, прорвемся. Минутку. Так, у вас с собой случайно нет еды? Напитков? А тут у нас что? Ребята, вы меня разочаровали. У нас же совсем немножко. Пара конфет. Разве это считается? Еще как! Вам вход запрещен. Поверить не могу. Нам почти удалось. Еще не все потеряно. Эй, подожди меня! Берем сдутый воздушный шарик и наполняем его сладостями. Вот так просовываем по одной. Теперь надуваем шарик. Лучше использовать насос. Ничего подозрительного, верно? Ну ладно, вперед. Это снова вы? Что ж, попробуем еще раз. Кажется, все чисто. Теперь можно пройти? Это лучший вечер в моей жизни. Нужно отметить победу. Достаем конфетки. Ю-ху! Конфеты и BTS. Что может быть лучше? Для контрольной вам нужно будет выучить вот это. Итак... Ох, да чего же это скучно. Некоторые слишком отвлекаются. Я не намерена это больше терпеть. Отдавай жвачку, дорогуша. Вот. А это что такое? Хочешь, чтобы у тебя зубы выпали? Эй, еще не все потеряно. Вот что мне поможет. Вытяну кусок жвачки вот так. И отрежу верхушку под углом. Теперь берем нож для бумаги, вынимаем лезвие и вставляем жвачку. Не забудьте вернуть обратно наконечник. Здорово получилось, верно? Кто хочет жвачки? Я заслужила большой кусок. О, ты и впрямь любишь ходить по краю. Не будем раздувать сверх меры.
А что такое? Жвачка? Догадываюсь, откуда она. Это уже верх наглости. Извините. Зомби очень скучно. Перемена. Не забудьте вернуться на вторую половину занятия. Ну, наконец-то! Я с голоду умираю. Хорошо, что я принесла с собой вкусняшек и сок. О, как вкусно пахнет! Скорее бы начать есть. Что едят зомби, когда под рукой нет мозгов? Червей! Повезло, что в классе есть цветы. Салат мне не нужен. Пока-пока! А вот это аппетитно! В свежей грязи можно найти вкусных червяков. Что здесь происходит? Фу. Какие аппетитные черви! Это мое второе любимое блюдо после мозгов. Она ест червей и грязь. У меня что-то аппетит пропал. Может, ей больше нечего есть? Зомби, хочешь мой кексик? Зомби раскрошит кекс, чтобы он был похож на грязь. Нет, зомби Эва, его нужно есть по-другому. У зомби появилась отличная идея. Пожалуйста, не ешь мои мозги. Погоди-ка. А это реально классная идея, зомби Эва. Для начала возьмите цветочный горшок и, конечно же, кекс. А теперь повторяйте за зомби Эвой. Ломайте его так, чтобы получились мелкие крошки. Будет похоже на землю и грязь. Готово! Мы раскрошили кекс. На очереди мармеладные черви. Они отправляются в горшок вслед за кексом. А теперь можно есть фальшивую землю и червей. Зомби Эва, ты права, это вкусно! Зомби – хорошая подруга. Вот, возьми у зомби червячка. Итак, класс, надеюсь, вы отдохнули на перемене? Что здесь происходит? Они едят червей? О, боже мой! У меня слишком маленькая зарплата для такого. О, здравствуйте! Хотите немного? Нет, я, пожалуй, откажусь. Нет-нет. Ну ладно. Зомби нужно попить. Паучий сок как раз подойдет. Хотите пронести на урок контрабанду в виде снека? Тогда избегайте пластиковых упаковок. Видите? Эй, не все сразу! Вот и все, что мне осталось. Дженнифер! Наказали просто так. Эй, я же могу снять у мелка этикетку. Восковые карандаши могут стать отличной маскировкой для конфет. Вам потребуется только бумажная этикетка. Видите, подходит идеально. Главное, чтобы цвета совпадали. Учитель никогда вас не поймает. Главное, предупредите соседа по парте. О! Прости, Кейт. Ребята, время почти вышло. Готово. После учебы аппетит особенно сильный. Хочешь? Ненавижу это место. Не дают поесть спокойно. Но что я могу поделать, если мне хочется есть в классе? Несправедливо. Но я не собираюсь это молча терпеть. У меня есть идея. Возьмите вот такой пластиковый пакет и наполните его любимой едой. Затем проткните пластик металлическими кольцами. Скоросшиватель подойдет идеально. Тогда пакета не будет видно. А доставать еду будет намного проще. Какую страничку ты хочешь? Девочки, у нас ничего нет. Чуть не попались.